Книга «Открытым оком», том 23, вопрос 3538, тема «Литература». Кого из поэтов и писателей считаете большими долгожителями по жизненности их творений? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не считая Надсона Семена Яковлевича, Крылова Ивана Андреевича, 13 февраля 1769 девятого. 21 ноября 1844 года жизни. 75 лет жил. Русский писатель, баснописец, журналист. Родился в семье армейского офицера, выслужившегося из солдат. Басни Крылова стали книгой мудрости самого народа, по мнению Гоголя Николая Васильевича. Подлинная народность, живописный и неиссякаемый по своему богатству язык, делают творчество крылова вершины развития русской басни, ставят писателя в ряд мировых корифеев этого жанра. Александр Сергеевич Пушкин отмечал глубокое национальное своеобразие басен Крылова, которое видел в веселом лукавстве ума, на и живописном способе выражаться. Цитата. Язык басен Крылова явился примером для Александра Сергеевича Пушкина – Александра Грибоедова, Гоголя и других писателей. Образами и меткими выражениями крыловских басен пользовался Владимир Ильич Ленин. Басни Крылова переведены более чем на 50 языков мира. Большая советская энциклопедия. Если бы сегодня были живы все умершие писатели, то я в первую очередь поближе познакомился бы с Иваном Андреевичем. Если из стихотворений Лермонтова я смог взять себе и другим на пользу три. У Пушкина семь стихов, у Соловьева Владимира пятнадцать, у Расула Гамзатова восемнадцать, у Николая Некрасова двадцать четыре, у Веры Кушнир двадцать пять, у отца Романа тридцать пять, то у Крылова могу взять свыше семидесяти его басен своей книги. У Крылова везде двойным смыслом. У Крылова везде двойной смысл, явный подтекст. Иван Андреевич не заканчивал никаких университетов, а самоучка осилил два языка. Был в дружбе с самыми известными писателями. Язык его вполне корявый, без правил на сопряжение и склонение, а иногда просто исковерканный. Но в основном это язык народный. Из его басен наш язык вошла масса пословиц и поговорок. Исследователи находят, что большинство басен крылова не его, а только переработка басен Лафонтена, восходящих к изопу. Если рассуждать о пользе для души, то в каждом его стихе это можно без натяжки обрести и сегодня, как и ровно 200 лет назад. Он мало говорит о душе, о Боге, но сие скрыто у него почти сплошь в баснях. Я так и вижу его застывшим пред каждым объектом, и темы у него тут же роились. Речь его текла свободно. Он писал как бы между порциями, стерляжи ухи, сытый и довольный. Не зря же современники называли его обжорой. И потрунивал на над всякой машкарой, видя в тваре мелконькой людей, которые считали себя крутыми и крупными. Как автор басен, он видится добрым, желающим всем извлечь пользу из окружающего мира. Если бы у него был евангельский настрой, он бы был похож на баптистов Рябу Шапку и Сперджину. Если давать комментарии на басни Крылова, то я бы смог взять и до сотни его басен. Настолько там зримо выставлен порог и показан выход, по человеческим меркам вполне достижимый. Про басни в Новом Завете упоминается четыре раза, и всегда только в отрицательном смысле. Но речь идет не о баснях в нашем понимании, как о притче, а как о выдумках, на чем пытались построить доказательства о спасении. 2 Петра 1.16, 1, 1 Тимофея 1.4, 2 Тимофея 4.4, Титу 1.14. Не внимая иудейским басням и постановлениям людей – отвращающихся от истины. И в неканонических книгах Библии это слово упоминается дважды. Сирахов 21.19 «Неприятный человек – безвременная басня, она всегда будет на устах невежд». Варуха 3.23 «Сыновья Агарий искали земного знания, равные купцы Меры и Фимана, и баснословы, и исследователи знания». Но пути премудрости не познали И не заметили стызей ее. Басни, как притчи, употреблялись всегда И в Ветхом Завете, и в Новом, Что и упоминается 95 раз в Библии. Число 23.18 Он произнес притчу свою. 2 Царств 14.20 Чтобы притчу дать в делу такой вид, Раб твой Иоав научил меня. Но, господин мой мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле. Третья царств 4.32. И изрек он три тысячи притчей, и песни его было тысяча и пять. Псалом 48.5. Приклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Неужто на небе не будет таких голубей, а я к ним привык, воркотнюю разбужен, но с ласточкой вместе туда же влетит воробей, и даже орел может в царстве и царственно накружить. Не знаю на этот вопрос, в попыхах не отвечу. Настолько все тускло, туманное, через стекло. От копоти грешной под продымлено, вытереть нечем. Испачкано зрение грешное тщательным злом. Я знаю, для смерти мой бог и егова не стал бы творить и считать дни творения, все до шести. На отдых уходит в субботу, как будто устал он, и нас пригласил не за деньги по-райски в раю погостить, и вещи Адам безбородый, и юный до слез, играя мускулатурой и послушанием отменным, вникает в серьезном в название твари не вскользь. В листве несторонний любовно накрыт полутенью, а звери и птицы и рыбы порхают и скачут. Без отдыху гамма и какофония звуков. Конечно, он счастлив, задумано так, не иначе. И как же все то в одночасье вдруг фукнет? Лишь позже потом был обучен змеиным сомнением, И там, за пределами рая, обнявшись, согреется с Евой. Останется райское в напоминании пение и вызовет горькие в сердце о прошлом напевы. Придут размышления о смерти не раз. Захочется лучшее здешнее видеть за гробом. А может, все это лишь сказки, нетрезвый мираж, Мечтание горести в сладком сиропе. С язычником князем кололи в могилу конь, коней. И прочую живность и плачущих женщин. Летели столетия, за гробом не стало ясней. Желание падших все низменней, мельче. Но Павел в послании к римлянам пишет, что тварь вся стенает и ждет откровения верных, и голубь вполне в небесах не окажется лишним. Там рядом с ягненком лежат кровожадные звери. 17 октября 2007 год. Игнатий Лапкин.